Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в торжественной церемонии официального вступления в должность главы Республики Мордовия Артема Сдунова. В числе приглашенных также были представители Совета Федерации, Государственной Думы, федеральных и региональных органов исполнительной власти, депутаты Госсобрания, главы муниципалитетов региона. Игорь Комаров напомнил об основных задачах главы государства, требующих эффективной командной работы федеральных структур, региональных органов власти и местного самоуправления. Артем Сдунов временно исполнял обязанности главы Республики Мордовия с 18 ноября 2020 года. На выборах он заручился поддержкой более 78% избирателей. Подробнее об этой и других инаугурациях глав приволжских регионов смотрите в выпуске новостей наших коллег из округа сразу после нас в 9:30.